Николь. Ты помнишь Николь? Здрасте. Пошли, пошли скорее. Жан-Мишель ждет нас. Что за Жан-Мишель? Увидишь. Герой этого подземного бульвария. Наше празднество все популярно. И пресса обвиняет меня в извращенной любви к смерти. Так сказать, в некой некрофилии. Но еще в Древней Греции философы имели привычку держать череп на своем столе и созерцать. Идея была такова. Только постоянно помня о неизбежности смерти, мы можем вполне оценить жизнь. Мне это всегда казалось убедительным. Одна проблема. У меня нет стола.